Родственники россиянина, погибшего в ходе столкновений российской армии с вагнеровцами 24 июня, пожаловались Путину, что им отказали в выплате компенсации из-за убийства гражданина России, никто так и не ответил. Виктор Савельев был гражданским, ехал по трассе М4 Дон в Ростовской области и попал под авиаудар российской армии, которая, как и в Украине, бомбила все подряд, не жалея мирных жителей. Но если семьям погибших военных в России выплачивают несколько миллионов рублей, то семье Савельева компенсацию никто не заплатил. Теперь его вдова жалуется, что на нее всем плевать, и на все ее просьбы ее только футболят из кабинетов. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы обращаемся к вам. Пожалуйста, помогите нашей семье. 24 июня на трассе М4 Дон, рядом с Ростовом-на-Дону, произошло страшное событие. Мой муж попал под обстрел, когда ехал домой в город. Меня зовут Савельева Валерия, рядом со мной Савельева Елена. Мы вдова и мать Савельева Виктора Григорьевича. Мой муж 24 июня попал в пробку на въезде в город. В результате он попал под артиллерийский обстрел наших военных. Это видео обстрела прямо сейчас гуляет в интернете. Снаряд упал рядом с его машиной. Вы не представляете того ужаса, который пришлось пережить нашей семье за эти дни. За это время мы успели похоронить Витю в закрытом гробе. Мы обошли все инстанции, чтобы узнать хоть какие-то подробности, чтобы получить помощь от государства. Но нас везде во всех кабинетах и структурах отправляют куда подальше, если не сказать грубее. Мы знаем, что семьи погибших в этот день наших летчиков получили материальную поддержку. Но чем мы хуже? Мы обычная семья из Ростова. Наш кормилец оказался мертв по вине наших военных. Почему государству на нас наплевать? Почему мы вынуждены просить о помощи, а нам отказывают? Наша семья находится на границе нищеты, ведь наш кормилец мертв. Свекровь инвалид третьей группы, у нее трое внуков, которым нужно за что-то кушать. Владимир Владимирович, пожалуйста, разберитесь с этой ситуацией. Мы надеемся только на вас, больше нам не на кого надеяться. Российские власти постоянно отрицают, что армия России обстреливает гражданское население Украины. По утверждению Кремля, удары наносятся якобы только по военным объектам. Но, как мы видим, на самом деле российские военные не жалеют гражданских даже в самой России. Что уж про украинцев говорить. А российские власти даже не посчитали нужным заплатить компенсации семье человека, убитого в результате удара российской авиации по гражданским автомобилям.